День города предлагают принести на вторую декаду июня. Этот месяц выбрали сами жители Улан-Удэ. Еще одно изменение в устав хотят внести по механизму согласования строительства дома. Та ситуация, которая сегодня есть в пригороде Улан-Удэ, а порой и в центральной части города Улан-Удэ, когда строятся дома, непонятно откуда перевезенные, там бывшие бани, амбары, и потом гордо называется коттеджем. Ведь другие города, особенно центральной России, от этого отошли, и там такое строительство запрещено. Если предложение примут, то комитет по архитектуре будет выдавать архитектурно-проектировочное задание, чтобы не страдал облик города. Данные предложения далее будут включены в итоговый документ публичных слушаний, и в дальнейшем комиссия по уставу будет все эти поправки еще подробно рассматривать и или включать в устав, или не включать. То есть этот вариант, как бы, это только предложение на обсуждение. В дальнейшем это все будет редактироваться и утверждаться комиссией по уставу. Участники публичных слушаний решили: первое. Одобрить проект решения о внесении изменений в устав городского округа города Улан-Удэ с рекомендациями. Рекомендовать Улан-Удэнскому городскому совету депутатов принять решение о внесении изменений в устав городского округа города Улан-Удэ с учетом поступивших предложений. Итоги слушаний опубликуют в муниципальном вестнике и на сайте Улан-Удэ. Екатерина Елистратова, Валерия Каратуева, Сергей Медведев. Новости дня.